сегодня такой день, 8 сегодня число? 8 июня 2023 года. И мы сегодня в ресторане «Ковали» и спросим девчонок, что будет. И мы сегодня опять вместе. И у нас сегодня опять хорошее настроение. И вы любите сырники? Мы да. Вы? Значит, будем лепить. Да? Давайте. Поехали. 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 Я готова. Сегодня у нас союз. Украина, Молдова. Ореве. Да? Но не пробовали делать. Женщина, вот это не сидит. Да, что это за репуха? Вот так показала. Вы сегодня быстро так под музыку. А чашечки? Сырники, наверное. Что ты? А вот чашечки это возьмем. Давайте быстро под музыку. Смотрите. Да. Видели? Лена, когда ты последний раз делала сыр? Да, я скажу, вчера. Да нет, не помню. Делала хорошие сырнички. Вот. Вкусные. Вообще обалденные. Давайте, девочки, иди сюда. Если Анжела Георгиевна, как всегда, у нее фирменная получается. Да, видите? Конечно. Мастерица. Молодец. Все, давайте, кто там дальше? Давайте следующий, сказал бы. Да, люди боятся. Корочку здесь придать. Режиссер. Смотрите, какие сырники, самые красивые. У кого? У директора. Или у тебя тоже, Тонь, покажи, где твой сырочек, где ты лепил? У меня, наверное, такие. Наверное. Ну вот, видишь, какие надо формы сделать. Торт большой, аккуратный. Все, вот, Олеги, вот ты дошли с факультет мини? Кристина, как будут сырники по-румынски? Сырники по-румынски будет? Бронзовичи. Папанаш. Папа наш. Папа наш. Как там насчет сырников? Это сырники? Молдавская еда? Нет, сырники это все национальные блюда. Так, это... хорошо. А какая национальная самая вкусная, когда у всех угощают? Вот на саммит приехали президенты, ну, их вот угощают. Самое-самое наше, вот, это, мне кажется, черная баба. А. Черная баба, ну и мабалыга была, но черная баба, мне кажется, там особенная наша. Потому что она состоит только из-за, но цвет приобретает черный только из-за реакции соды с яйцами. Там больше ничего нету. Здорово, спасибо. А мамалыга? Ой, а что это у вас? Можно? Да, можно по-молдавски, говорите. Пеште прожит. Так. Ну да, я забыла сигарету в машине. А мамалыга будет сегодня? Не знаю. Знаете? Спасибо. Мамалыга. Наша национальная? Да, мамалыга это наше национальное блюдо. А что там, шкварки какие-то добавляют? Нет? Если можно, жареная рыба, чеснок и, конечно, и творог с сметаной. А как называется по-молдавски мамалыга? Малига. Мамалига. Мамалига. А вот баба-негра как будет? Баба-нягра, черная баба. Мягра, вот. Еще раз, скажите про мягра. Баба-нягра. Спасибо. Это было наше национальное блюдо, мамалыга, которое девочки так полюбили ее. Мы так вкусно ее кушали. Речения алинат, кафрун забын со скутурат, чине дино е виноват, чи чине ня инстраинат. Я нумай ку тине, ам авут клипе сенине, те рог са ми, са виде тот, я фара тине нумай пот. Iubito, ce să fac? Cu dorul meu, cu
потолеск. Я тот май таре те любеск. Ради нашего проекта и в нашем проекте вот мы собрали девочки и украиночки, и молдаваночки, и мы все вместе разговариваем. У нас есть общие разговоры, общие дела, и мы так хорошо проводим время вместе. Это благодаря нашим проектам красивым. Спасибо большое.